Добро пожаловать, друзья! Сегодня мы начинаем проходить новое, второе дополнение к игрушке The Evil Within. Называется оно Consequence. Во! Такое интересное название. На русском это звучит как следствие. А, ну что ж, оно нам доступно. Окей, мы это подтверждаем. Давайте глянем. Так, загружаемый контент. Ну, чтобы вы знали, если вы вдруг приобрели его в Season Pass, в Steam, вот как это дело все активируется. Вот наше прошлое дополнение. Это у нас второе и будет заключительное, которое называется The Keeper. Так, ну поехали. История Джулии Кидман продолжается. Порученные задания и непокорный характер все глубже затягивают ее в кошмары мира Рубика. Поехали, поехали, поехали. Ух, я думаю, это будет жестко. Я вчера как раз посмотрел трейлер. Там была действительно лютая жесть. То, что я там увидел, меня серьезно просто в шок ввергло. Так, новая игра, поехали. Изменить уровень яркости, я думаю, что нас это устроит. Импортировать архивные записи? Давай, пускай будет. Производится импорт. О, серьезно? Если в прошлый раз у нас были, я помню, такие стелсовые моменты, которые реально выносили мозг, тревожат ли тебя тайны из прошлого? Может, ты хочешь поделиться ими, но тебя что-то удерживает? Так. Вернись, Кит! Ты не закончила работу! Нет, стойте! Не подходите ко мне! Остановись! Насколько я помню, мы с вами убегали от нашего так называемого начальника. Чем-то это напоминало Слендера и Тентакли. Все кончилось? Неужели я вернулась? Котятки, я смотрю, весело у нас, да? Так. Агент Кидман? Алло-лю? Боже мой, какая ты у нас грязная сучка. Так, ладно. Эпизод 3, друзья, иллюзии называется. А, это новое дополнение, оно как бы обязано уже пролить свет на происходящее и как бы ответить нам, да, на все наши вопросы, которые возникали на протяжении оригинальной сюжетной игры и прошлого дополнения. Такс, давай, опачки. О боже. Нет, 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 где это место? Использовать фонарик, включить ЛТ, удерживать, сфокусировать. Ох ты же, мать моя женщина. Так, о-о-о, знакомое, друзья, место, да? Угу. Здесь мы были в сюжетной кампании с вами. Когда играли за Кастелланоса нашего. Так, тут вроде все нормально. Давайте посмотрим, что вообще в камере Кастелланоса. Себастьян нашего. Она вообще открывается? Там что-то есть? А, честно говоря, отсюда я не вижу. Ладно, поехали дальше. Тут должна быть Татьяна. Девчонка, мы проснулись. Эй, послушайте, что происходит? Где я? Боюсь, что я не могу вам ответить. Издеваетесь, что ли? Пустая трата времени. О, ага, то есть сейчас посветим, да? Я помню, кто проходил или кто смотрел. А прохождение у нас, допустим, на каналечке. Как мы с вами мучились, как мы тут эту всю жесть проходили. Боже, это было пипец как стрёмно. Тут у нас можно сохраняться, насколько я знаю. Ну, можно было. Так, подожди. Что происходит? А, вы стонали во сне. Вам приснился кошмар? Ну, не факт, опять же, не факт. Может, что-то приятное приснилось? Какой-нибудь эротичный сон? Хотя, вряд ли. Насколько я помню, где-то у нас здесь... Вау. Тут мы с вами могли открывать различные, так называемые, да, ячейки, чтобы находить секреты всевозможные, да? Но этого уже здесь нет, я смотрю, да? Котейка! Привет! Мурчалочка! Давно не виделись. Вау! What the fuck? Это было явно лишнее. Кидман? Я бы не хотел опять встречаться с этой... Блин, как ее звали-то? Я не помню... Ой, надо будет память обновить, почитать. Название, как там определяли. Так, тут вроде как сохранялка должна была быть, но голова наша разболелась, и я так понимаю, что все кануло в небытие. Давайте... Общество тяжело больно. Люди страдают, и у них нет надежды. Как и у тебя не было, пока мы тебя не спасли. Мёбиус.
может спасти всех и каждого. STEM объединяет подсознание людей в единое целое, и тот, кто находится в его центре, может воздействовать на них вплотную. Лучший из возможных инструментов, чтобы изменить мир и чтобы его возглавить. Обществу нужен опекун, и Мёбиус возьмет на себя эту роль. Начнется новая эпоха в истории человечества. Вау! Господи! Вы что, издеваетесь, что ли? Ладно, погнали. Зная эту игрушку, я не хотел бы пропустить какие-то секреты или еще что-то. Нам нужен этот парень, мы с ним... Мы с ним сможем все изменить. Я приведу его. Ты без меня знаешь, каковы будут последствия. Я знаю, но если Рувик выйдет вместе с ним... Должен быть какой-то способ его остановить. Ну, давай искать. Давай, подруга, будем что-то делать. Так, Татьяна по-прежнему сидит у нас тут и... И что? Что ты мне скажешь? А в этот раз я не могу с ней пообщаться, но, видимо, мне это пока и не надо. А может быть, луч недостаточен, чтобы открыть проход, либо надо просто подождать. То есть каждым разом, смотрите, оно обвалилось сейчас. Когда мы в следующий раз сюда попадем, скорее всего, уже можно будет двигаться. Что там у нас за свет такой? В конце хотел сказать туннеля, но никакого туннеля. Я знаю, что ты здесь. А, я так понимаю, что это обращение было к нам. Сейчас пойдем посмотрим, что это за грубиян у нас там такой. Фух, хорошо. Ну что, давайте на 1, 2, 3. О. Я не знаю комбинацию. Я не знаю комбинацию, ее надо искать, смотреть. Почему я не знаю? Знаю. 22, 2, 4. А на противоположной? Подожди, 2, 2... 2-4. Давай попробуем. Так, 2-2. Давай-давай, крути, родная, крути. Во, 2-2. 2 и... Хитрая задница какая, а? Видишь, крутится первая и третья в этом-то случае. Так. Может, как-то получится? Хотелось бы, конечно. Подожди, а как, если я кручу третью? Ноль. Ага, он через одну получается. Да, здесь, конечно, придется повозиться. Так, ну что, смотрите, по сути, сейчас может повезти. 22, 2, 4. Почему он у нас не открывается? А, 24, твою мать, я-то думал, у нас получилось. А, 22, подожди. Во. Пардон, друзья, все бывает, все понимаю. Так, забираем записочку. А, первый фрагмент письма. В прошлом дополнении мы тоже это дело собирали. Ну, я не помню, что у нас там вышло в конце-то в итоге. Так, что тут за дерьмецо у нас? Ты знаешь, почему этот мир такой? Ненависть Рувика. Она пожирает его изнутри. Он хочет вырваться, хочет отомстить. Он думает, что мир что-то отнял у него. И он хочет это вернуть. И что же мир отнял у него? Кто это? Откуда он знает о Рувике? Слишком много вопросов, дорогая моя, слишком много. Твоя прекрасная черепная головка... Черепная, блядь, головка. Это ж надо было так сказать. Черепушка твоя не выдержит такого напряжения. У нас хватает влиятельных покровителей. Однако такие объемы человеческих потерь рано или поздно привлекут к нам внимание общественности. Понял? Фу, без фонарика здесь, конечно, как без рук. Так, тут еще что-то есть. Давайте посмотрим. Лезли! Лезли, дружище! Что происходит? Так, если я еще здесь, значит, и он никуда не делся. Хорошо, будем искать тебя. Тут у нас подсолнышки. А, зная... Ну, это не просто так явно. Понимаете? Просто надо будет запомнить, у нас там было три подсолнуха. Может, где-то и пригодится. Давай глянем, что у нас здесь. Жаль, что не втянули тебя в это дело.
Но в любом случае, теперь я смогу сделать с тобой все, что захочу. Вау. Так, Себастьян. Он сейчас наверняка не здесь. Проклятие. Он тут совершенно ни при чем. Ну так-то да. Ху-ху-ху-ху. Да, он появлялся у нас в этой комнате, и это я помню прекрасно. А, хорошо, сейчас мы вернемся, посмотрим, может, там что-то поменялось. А здесь вроде все так же. Зеркало у нас как-то вообще функционирует? А, нет. Я так понял, на зеркала у нас реагировал как раз только Себастьян. Так, что у нас тут, а? Вау, вау-вау-вау, я же говорил, что когда мы сюда вернемся, а в следующий раз, фокусирование света теперь будет работать нормально. Мёбиус. А почему я говорю не Мебиус, а Мёбиус? Я просто смотрел какую-то статью, и там как раз писалось, что именно Мёбиус правильно. Это вам наверняка подойдет. Давай посмотрим. Тихо. Тишина полная и тик. Так. Тихо! В теории хозяин может записать себя поверх пользователя. Однако вероятность совместимости ничтожно мала. Но этот паренек Лесли, вы говорите, что он совместим? Да, и судя по записям Рубена, Лесли может стать источником энергии для системы STEM. Проведите испытания, выявите, как сделать из него чистый лист, который нам нужен. Они знали, на что способен Лесли. Проклятие, а почему они скрыли это от меня? Да потому что тебя, походу, просто за дурочку какую-то считали. И не посвящали во все важные аспекты их деятельности. Ни хрена себе, подожди, это похоже, как, знаете, вот эти старые мониторы ELT-шные с лучевыми трубками, но он какой-то как увеличенный, что ли. Хрена себе. Меня немножко это дело смутило, хотя тут ничего так у нас, коллекция антиквариата, да? Можно посмотреть. Ладно, ребят, давайте зацикливаться пока на этом не будем. Потихонечку продвигаемся дальше. У нас самый настоящий психодел творится. Это what the fuck? Господи, я подумал, это на коленях кто-то стоит, знаете, в такой позе, как будто как молится. А как будто ему плохо. Охренеть, а? Вот так издалека, если внимания не обращаешь, думаешь, какая-то зеленая хрень. Окей. Окей, ну на глаза в темноте светится. Забавная хрень. Ой, что-то мне не нравится это. Что-то мне это не нравится. Опять у меня один фонарик и ни хренашечки нет. Хоть контрольная точка уже хорошо. Так, господа хорошие, что у нас тут есть? Собирать разные предметы я не могу. А почему-то? У нас тут был терминал STEM на самом нижнем этаже. Напоминает, по-моему, муравейник, да? Который был в Umbrella в Resident Evil. Ну, что-то такое вот отдаленное, всегда в каких-то вот игрушках замечаешь, да? Какие-то моменты схожие. Если Лесли здесь, как и я, то он, скорее всего, направляется именно туда. Ну, и мы туда будем следовать, конечно же, за компанию, чтобы его там встретить и перехватить по возможности. Ладно, хитрая ты задница. Там мы пройдем с тобой. Там-то мы пройдем. Фух, ну вроде больше ничего интересного я тут не вижу. Ладненько, давайте смотреть. Вау, 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 родная моя, давай. Молодец. Выбей с попки огурец. Воу. Главное, чтобы пока не пошли враги, потому что я не готов. Я полусонный, умиротворенный человек. Что вы от меня хотите? Ну не надо. Не надо, пожалуйста. Так, здесь все нормально? Дальше не пройти, здесь все выключено, а придется включать обратно. Ты мне, мать твою, знаешь, кого напоминаешь? Ты мне напоминаешь эту Рипли из Alien Isolation. Все не работает, пошли включим. Все опять работает, хрен там, надо еще пойти что-то включить. Блять. Ё-моё. Это было зря, дружбан. А воевать-то я с ними не могу. Придется снова хитростью как-то замадивать. Так, генераторная, ага. То есть где-то здесь у нас генераторная. Сейчас мы это дело все пропалим. О! Броняшка. Так, это дело не работает. Ох, я вспоминаю то время, когда мы проходили сюжетку, и оттуда вываливались и гранаты,
и немножко зеленого геля. Тут без геля, понимаете, вот как-то не так. Вот. Нет геля, это, ну, уже не Evil Within. Не злой вазелин. Давай, давай, родная. Спорим просто так, что сейчас сзади кто-то меня цапнет. Нет. А, блядь! Уходи! Уходи, пожалуйста! Черт, фонарика нет, это дерьмо, а? Это, друзья мои, дерьмо полное. Ну-ау! Она так, знаете, как гиены. Ну-ау! Довольно забавно. Почти ничего не видно. Ах ты ж, твою же мать. Что будем делать, сладость моя? Я слышу, там кто-то урчит. Приманить врага? Серьезно? А как ты драться с ним будешь, солнышко мое? Чем ты будешь их соблазнять, убивать, сиськами или жопой? О, ладно, давай пойдем сюда. Там что-то есть. Светящиеся палочки. Прицелиться и бросить. А куда бросать-то? Твою ж налево. Ты издеваешься, серьезно? Так, мой фонарик где-то внизу. Подожди, здесь я ни хера не вижу. Давай на пол бросим. Неизвестно, сколько у нас их тут. Так. Я слышу, они там внизу ходят. Очень-очень активно. Подожди, это я что ли по кругу просто хожу? Может, тут какой-то спуск предназначен? А, вот есть, да. Давай. Полезли? Ну, вообще, в принципе, сделано оригинально. Я знал, во что я сажусь играть, поэтому я не удивляюсь, друзья. Я человек, который прошел реально. А в то время, когда побросали люди Evil Within, ну, были такие случаи, когда выбешивало там что-то. Так, давайте глянем, что у нас тут, наверное. Мне игра дико... жопка Хидмана, опять же. Лайк за это дело, вы знаете, это у нас уже традиция. А здесь, по сути, можно зашкериться. Я понял. Лезем обратно. Если какие-то дебилоиды за нами угонятся, то мы без проблем там спрячемся. Давай сюда. И здесь, походу, та же самая канителюшка, да? Ладно. А что у нас здесь? Ну, брось. Вау. Уа, блядь! Ух ты ж, твою налево! Урай, сука! Хорошо, хоть на ней ботинки есть, потому что без ботинок я бы не знаю, что мы тут делали. По-моему, там кто-то кряхтит. Я предлагаю сюда пролезть. Посмотрим, что у нас тут. Чё, есть кто? Я слышу где-то справа, по-моему. Влазь, хорошая моя, влазь. А там нельзя пролезть? Ой, ой, там тетя ходит. Аккуратно, ладно. Давай сюда. Я, правда, не представляю, как мы драться будем. Если в случае чего. Ага, тут тоже мы шкеримся, да? Я понял. Так, мы пришли оттуда. Нам, получается, надо вон туда. То есть она нас может заметить. Но там у нас справа была дверь, в которую надо попасть, в генераторную. Пошли. Ой, ой, открывай, открывай, открывай! Бросай, бросай, твою мать! Куда, куда бежать? Ты издеваешься? О, боже, боже, боже! Давай, 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 родуля, давай! Быстро, 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 быстро! Охренеть! Должен быть какой-то способ подать энергию! Дайте мне способ вообще хоть что-то развидеть в этом уровне! Я ж ни хрена вообще! С гулькин член не видно! Как ты подашь энергию? Куда? Где? Что? Ой, там дырка. Тихо. Пардон, там дырка. Давай сюда. Так, вроде как палочек у нас много. Слава богу, хоть разработчики здесь нам дали возможность почувствовать себя нормально, полноценно. Знаете, я серьезно начинаю себя чувствовать неполноценным каким-то в этой игре. Меня ущемляют во всем. Ну, это правильно. То есть, это интересный такой элемент, знаешь, то есть тебя ограничивают. Блять, там, по-моему, дебилоиды. Там, по-моему, дебилоиды. Пошла жара, пошла, пошла. Хоть какой-то свет.
хоть какой-то свет! Так, активирована резервная силовая установка. И сейчас как понавали дебилов сюда! Ой, мама, не горюй! Я не знаю, как мы будем это проходить. Че, меня спалили? Кидман, я очень рад, что у тебя бьется сердце. Но чтобы мое от инфаркта тут сейчас не загнулось, давай как-нибудь в темпе это сделаем. Так, теперь надо придумать, как нам вернуться и забрать фонарик. Слушай, а может сюда спуститься надо? Ой! А, это просто шахта. Что, можно бросить? Ух, да, безрезультатно. А, подожди, хорошая моя. Зная себя, я думаю, надо еще раз про... Подожди. Надо проверить. А это место может быть что-то где-то еще активно. Что-то могли упустить. Так, вот этот прожектор. Почему нельзя его как-то руку просунуть, там вынуть? Так, здесь мы активировали. Все, одна минута времени, чтобы потом мы с вами не канифолили по пустячкам. Все, идем обратно. По-прежнему Кидман нормально бегать у нас не умеет, конечно же. То есть, незначительное ускорение. Я думаю, это специально в игре сделано. То есть, как бы... Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ёб твою мать. Бросим, давай посмотрим, что там у нас. Явно же кто-то выбрался. Явно же какой-то сучий потрох выбрался сейчас и будет бегать за нами. Мне в любом случае надо вернуться. Так, забирай топор. Ты же как ты у нас присаживаешься? Ага, так. Во. Фу. Вроде пока нормально. Но это только пока. Слышите, где-то он пыхтит. Где-то, сука, пыхтит. Где-то стоит мразь. Я вижу еще один рубильник, который мне как раз и нужен. Где они? Ага, вон там одна. Твою мать. Прячься, прячься. Молодец. Давай посмотрим, что у нас тут. А, в принципе, здесь можно было бы выйти. Красопета какой стоит, а? Ты смотри, какой блондинчик. Так, сейчас он свалит отсюда. Мы попробуем это дело активировать. Подожди, или здесь? Или не здесь? По-моему, это не здесь, ладно. Я почему-то подумал, что там как раз оно и активируется, ладно? Так, он пошел в ту сторону. Пойдем сюда посмотрим. Ага, и там тоже можно было пролезть, ладно. А здесь у нас, походу, просто мы шкеримся, понял. Да, эта тема, конечно, вымораживает. Угара здесь особо у нас нет, но зато как же эпично и атмосферно. За это большой респект. Так, это просто места для уклонения, я понял. Здесь можно передохнуть, если за тобой кто-то угонится. Понятненько. Значит, наша задача попробовать его как-то вырубить. Вон он. А по идее, он должен как бы видеть, что у нас в руках есть, да? Смотри, смотри, какой упырь, а. Сейчас он уйдет. Давай, 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 давай. Хуяк, блядь. Мудила такая. Но там была еще баба. Вроде, когда он находит. Тихо. Подожди, а куда же мне надо? Где он активируется? Что-то я пока не вижу. Мне показалось, что я видел какой-то рубильник. А, но сейчас я его почему-то не вижу. Может, там что-то есть? Вон он, двор. Я же говорю, что я что-то... Издеваешься? Нет, я, конечно, могу попробовать. Мне кажется, что это не оно. Так, тихо, уходи. Сейчас нас валит. Я попробую. Давай. Не, это не оно.
твою ж налево. Уходим, уходим, друзья. А смотри, там вроде как можно пролезть, наверное. Вау. Ее можно как-то сзади вырубить? Просто интересно. Бегом. Твою налево. Прячься, прячься. Да, жопу нам показала, ну все хорошо должно быть. Фух, если бы я нашел еще один топор, это было бы проще. Я не знаю, она уйдет отсюда или нет. По идее, враг попускается через какое-то время и сваливает. А значит, тактика следующая, друзья. Сейчас мы вернемся. Вернемся обратно. Тут нам, получается, делать больше нечего, я думаю. Надо исследовать то соседнее место. Там, где мы этого Белобрысова завалили. Что-то мне подсказывает, что тут что-то есть. Может, я что-то не увидел? Вот сюда может забраться? Так. Странно. Господи, я точно какой-то слепошарый сегодня. Усталость, конечно, сказывается. Лестница, конечно же. Бегали, 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 бегали. Ну, слава богу, хоть никто не замочил нас. Так. Ну, вроде здесь никого нет, можно даже немножечко пошуметь, и нам за это ничего не должно быть, как бы. Вау! Самооткрывающиеся двери, я помню, в какой-то игре даже пугали. Серьезно. А был какой-то инди-ужастик еще, где двери очень громко закрывались за собой. Это, конечно, вымораживало. Так, давайте бросим пару штук. Ну да, кинул, конечно, надо было об косяк удариться. Хорошо, хоть не головой ударилась. Так, фонарик-то мы не забрали. Кстати, о птичках-то. А может, такие надо? Я хрен знает. Хотя нет, мне кажется, что фонарик мы в любом случае заберем. А только добраться. Что происходит? Что-то там кто-то слил, по-моему, за собой. Твою мать. Ладно. Ладно, друзья. Так, подожди, мы вернулись. А фонарик? Не надо? Неправильно. Произошло нештатное отключение систем. Каждый терминал необходимо восстанавливать вручную. Пожалуйста, проявите терпение. А, подожди, родная моя. Я сейчас, конечно, не в самом лучшем состоянии, но мне кажется, что мы фонарик должны забрать. Да, устала. А получается, на нас напали вот здесь, да? Ладно, хрен с ним, короче. Я думаю, что если что, мы найдем еще один фонарик, либо нам смогут вернуть тот. Не будем запариваться. Давай, родная, давай. Немножко ускорения никогда не помешает. О, кис-кис-кис-кис, привет. Красавица, давай засейвимся. Надо отдохнуть, сесть, расслабиться, и все будет найс. Да, присаживайся. Так, давай ячейка. Давай перезапишем. Чудненько, друзья мои хорошие. Ну что ж, пошли. Сохраняшка прошла, то есть Кидман как бы успокоилась. Это надо было, знаете, куда кошечку добавить? Вот такую вот сцену надо добавить в игру Яндера Симулятор, которую мы играли недавно. Так, вставай. Кидман такая у нас, знаете, чертовка. В любой ситуации выглядит сексуально. Это не каждому нас дано. Чё-то мне не нравится, куда мы спускаемся. Наверняка какая-то жизнь творится. О, боже. Подожди, а может сюда куда-то фонарик и упал? Я уже что-то совсем забыл. Да, ночью, конечно, играть это круто. Учитывая, что я играю в такую жесткую игру, это как не какой-то инди-хоррор, там, или, блядь, инди-трэш. Рубен был гением, но сумасшедшим. Мы скомпрометировали тебя. Он был одержим жаждой мести, но никогда не говорил, кому и что вообще хочет отомстить. Мы обнаружили, чем он занимался втайне от нас. Пытками. Он обожал ловушки. Серийный убийца, маскирующийся под ученого. Плохо. Да, реально херово. Так, там что-то лежит. Сейчас пойдем проверим, что это. Это дело можно двигать. Давай продвинем. Слава богу, хоть какое-то взаимодействие есть.
Я хочу посмотреть, что это там лежит. Что это такое? А, это пластинка. Во, что такое. Так, предмет получен. Вам доступна новая музыкальная композиция. Спасибо большое, но для Ютуба эти композиции не очень хороши. Разве что для своего такого домашнего архива или домашнего просмотра. Это дело можно заслушать. На самом деле саундтрек здесь довольно хорош. То есть его реально можно скачать, послушать. Есть годные композиции. Так. Поехали. Идет перезагрузка системы. До ее окончания проходы будут перекрыты. Спасибо за ожидание. Да не за что, ёба. Ох ты ж, твою мать. Знакомо, да, друзья? Кто смотрел проходничок, который я делал? А тот помнит, там было такое дело. По-моему, когда мы были дома у Рувика, как раз происходила такая жесть. Это была такая себе своеобразная головоломка, которую надо было разгадать. Я так понимаю, что нас как раз плавно готовят к чему-то такому вот эдакому. Его поведение стало более агрессивным, а методы работы еще более извращенными. Да Винчи препарировал трупы, чтобы расширить свои познания в анатомии, но Рубен пошел гораздо дальше. Он требует, чтобы его подопытные были в сознании во время препарирования. Якобы только так можно увидеть истинные реакции мозга. Он скорее мясник, нежели художник. Понял? Эта машина была предназначена для меня. Люди вроде тебя лишили меня жизни и превратили меня в чудовище. Эта машина наконец-то позволила им вернуться. Я смогу жить так, как должен был с самого начала. Мы готовы простить тебя в обмен на то, что ты можешь нам дать. Мы готовы закрыть глаза на некоторые твои особенности. Но ты испытываешь наше терпение. Наши люди, наши ресурсы не для того, чтобы ты тратил их такие жалкие фантазии. Ты откалибруешь машину так, чтобы мы могли использовать ее без тебя. А если я откажусь, думаете, Химена сможет ее починить? Ха! Я вам нужен, и никуда вам от этого не деться. Рувик, нет, Рубен. Именно здесь он проводил свои исследования. Для нас. Мы его попросту использовали, и наверняка он не первый. Вау! Это что был? Твою мать! Нет, 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 нет! Твою налево! Какого хрена вообще происходит? О мой бог. Боже, боже! Надо валить отсюда, друзья. Не? Я, честно говоря, хотел бы... А, вот дверь у нас есть. Даже не сразу заметил. Ни хрена себе. Немножко света божьего, да, хотел сказать, не помешает нам тут. Ну, по-моему, светлее как не особо стало. Надо валить из этого чертового места, посмотрите на все эти приблуды. А такие же приблуды были как раз в подвале, насколько я помню, дома Рувика. Ну, или Рубена. Рубен Викториана, да? Рувик, проще говоря. Чё-то, мне кажется, фонарик сейчас бы очень пригодился. Ну ладно, раз у нас эти хрени есть. Будем ходить с ними. Что происходит? Ну, бросай. Ух ты ж, ёбаный свет. Оно не сильно освещает, вы заметили? Очень слабо. Здравствуй, красавица, ты же сейчас не оживешь, я надеюсь. Вот дерьмо какое, а. Да. А видите, если бы у меня сейчас был фонарик, то есть я бы мог просто посветить, и мы бы с вами прошли дальше. Значит, все правильно, то есть не надо было его искать. Ой, красопетушка ж моя. Вот это дерьмецо у нас тут творится. Да. Ладно, пошли дальше. Вау! О, нет, нет, сука, нет! Бегом, 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 красавица, бегом! Давай, 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 давай! А я не могу бежать, не могу бежать! Сука такая, а! Я не мог бежать! Каким образом вы хотели, чтобы я убрался от нее? О, Иллюзин, я знал, на что пошел. Так, ладно, подожди. Да, вот у нас бегать ЛТ, ЛБ точнее. Так, ладно.
Я попробую, конечно, еще разок, но я не могу понять, в чем прикол у нас тут. Убегай, убегай, дура, убегай! Во, теперь могу бежать. Да, это все я, походу, замешкался. Давай, 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 давай! Быстро, быстро, быстро! Фух, контрольная точка. Нет, блять! Я-то думал, сейчас у нас засейвится тут, нихера подобного. Давай, 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 родная, давай! Быстро, быстро! Сканируй свою ладошку! Быстренько, сука! Да, не тут-то было, друзья мои хорошие, не тут-то было. Ну что, на этой эпической ноте, я думаю, надо закончить. У нас серия так затянулась. Evil Within? С интересным названием, к сожалению, которое я сейчас не смогу выговорить. Все, друзья, давайте здесь закончим и продолжим прохождение этого DLC в следующий раз. Спасибо, что смотрели. Ставьте пальцы вверх. Всего хорошего. Пока-пока.